Друзья, всем привет! Вы на канале интернет-магазина toyskyev.com.ua. Сегодня на обзоре у нас Pagani. Вот такая вот. Это фирма Автопром. Я думаю, вы сами видите, что она просто прекрасно выглядит. Очень крутая. У нас поворачиваются колеса. У нас открываются двери. Полная прорисовочка салона идет, что тоже немаловажно. И открывается вот так вот отсек. Там, где находится двигатель, охлаждение, видите, всякие там усиления. Ну, круто все выглядит. Я думаю, что ребенку должно, либо, может, какому-то коллекционеру, кто хочет себе такую в коллекцию, очень понравится. Невероятно крутая вещь. Мне понравилось, что зеркала резиновые, их не так-то просто разбить. А, сначала нужно двери закрыть, все вспомнил. Да. Вот, двери нужно закрыть. Еще хотел бы вам показать свет задних фонарей. Они тоже светятся, они тонированные, да? И приборочка у нас тоже светится. Ну, отличный вариант, как мне кажется. Ссылочку я оставлю в описании. Будут дополнительные вопросы, пишите в комментариях, с удовольствием на них отвечу.